расположение шахматных фигур на шахматной доске. Ладья расположена на А1, и вторая ладья расположена на H1. Дальше второй конь. Конь расположен на B1 и на G1. Дальше два слона. Слон на F1 и слон на C1. Дальше расположена ферзь. Ферзь на D1. И король расположен на E1. Пешки расположены А2, Б2, С2, Д2, Е2, Ф2, Ж2 и H2. Чорні фігури розположені. Ладья H8, конь G8, слон F8, король E8, ферзь D8, слон C8, король B8 і ладья A8. Пешки розположені в следующем порядке. H7, G7, F7, E7, D7, C7, B7 и A1. Итак, мы ознакомились с расстановкой фигур на шахматной доске.